Всем привет, с вами Фоксон, и поправлю немножко свет. Да, нормально, так пойдет. Я вернул нам нож. Идем дальше, посмотрим, что у нас тут есть. Эти обвалится, да, вообще, плевать. Перебрались в какую-то новую локацию. Уменьшимся, посмотрим, что есть. Понятно. Ага, какая-то Сахара у нас. Тут будет месиво какое-то. Чайнутый. Ух, нифига вы. Неплохо. Достаточно много лута даете. Интересная боевка в плане порубиться так. Да, это, конечно, семейка интересная и весело, но. Алиса может уклониться от вражеских атак. Что непонятно как, конечно, ну ладно. В принципе, это нужно потренировать, чтобы нам нормально у нас все было. Что дальше есть? В принципе, прикольно. Вышло интересно. Вижу, чуваки какие-то есть еще. Прыгнешь на меня. Чувак куда-то пропал. Ладно. Взял, что-то пропал куда-то. Что есть? Рассказывайте. Что не вижу? Ага, вижу шляпники. Шляпники. Понятно. Если у вас что есть? С. Ага. Как здорово, но ничего не понятно. Здесь, да, я в первую часть не играл, и... Видимо, не придется мне в нее играть. Мне, по ходу дела, понимать, что вообще происходит. В этой части. Что есть, сказывайте. Это как орда в Warcraft. Потеряли снять куда-то, попробовать использовать особые части там, где растут фиалки, уменьшалки. В режиме особого чутья будут указаны скрытые враги и подказы. А, это хилочка. Ага, ну понятно. Прикольно. Все же фиалки уменьшалки. Из них можно получать монетки. Фиалки уменьшалки еще пораньше были. Да, тут нет никаких потайных замочков, поэтому да, пойдем. Да. Язык поменять, ага, конечно. Это могло произойти так. Алиса, ты помнишь бедного мистера Кука? Погиб, не так ли? Доктор Уилсон отвергает самовозгорание. Но я доверяю мистеру. Да, что это за шутка вообще, конечно. Опять на книжке играл. Здорово. Туда. Привет, хрюнчик. Кстати, он сейчас должен нам дорогу тут дать. Угу, я так и хотел. Да, там грибочек, ну конечно, как не без этого. На самом деле, хотелось бы побольше челленджа в плане. Опять у меня сломался нож. После перцовки. Что происходит? Я не понимаю. Почему после перцовки у меня опять сломался нож? Ладно. Попробуем это решить.
Давай берем, не знаю, Q у нас вода. Q это часовая бомба. Наружу ближнего боя, блок зонтик. Пользуюсь позвать камеру. Пауза, escape. Зонтическая бомба смерть. Давай поставим ближнюю атаку на среднюю кнопку нашу. Но ведь не знаю, зачем взять. Да, ответ. И нажимается. Интересно. То есть только вот у нас ножик был. И вот у нас ножа нет. Ладно, меняю нож обратно и дальше пока мы не упремся. Пока мы не упремся в проблему. Просто попробуем сделать. Да. Пока мы не упремся в проблему побольше. Типа, что мы сможем дальше без ножа. Придется, наверное, комп прибудут, потому что это какой-то бред. Город забвения. Все-таки непонятно, как вообще это решили проблему с ножом. Давай игра еще вылетит. А, жаль, дальше тогда. У нас эта пушка бегает дальше. Может быть, от нас тут потребуется больше акробатики. Индустрия шляпника. Владение шляпника. Владение шляпника. Почти такие же, как и Мельхов. Внешность, и ты знаешь это лучше всех, может быть обманчивая, Алиса. Многое изменилось с твоего последнего визита. Доктор Бамби говорит, что перемены — это конструктивно, или по-другому — это хорошо. По-другому — это не хорошо и не плохо, но определенно не так, как раньше. Найди шляпника, Алиса. Он знает об этом больше, чем ты. Но разве ему известна разница между хорошим и плохим? Мы снова друзья, Алиса? Все такая же случайность перхоносная и совсем запутавшаяся, как и раньше. Я без тебя хорошо справляюсь, кот. Не возвращайся к себе домой. Я позову, если понадобишься. Предсказуемая опрометчивость. Вопрос не в том, если Алиса, а в том, когда. А теперь держись, как говорится, задумайся. Ну, как всегда. Вырвать, используя уклонение или уменьшение. О, уменьшение, кстати, интересно использовать. Уменьшайте, чтобы увидеть какие-то пути и подсказки. Новый наряд, кстати. Я предпочитаю решить проблему более изящным способом. Надеюсь, ничего важного не сломалось. Некоторые паровые трубы должны быть активированы путем поворота. Находясь в потоке пара, вы можете поворачивать Алису. Чтобы выбраться из потока пара, нажмите пробел или просто выйдите. Проверим наш нож, который не работает. Я не знаю, в чем здесь проблема, но нож опять сломался. По неизвестной мне причине. Ладненько. В свободе шляпника мы разберемся уже в следующем эпизоде. И прям посмотрим, как у нас здесь работают паровые. Да, прикольно. Ну, побегаем, пока не начнется боевка. Лиззи, помнишь, как пара вдруг поднял тебе юбку до самой шеи? Это прямо было перед Хэротс. К счастью, твои панталоны были свежевыстираны. Так, шляпники, скелетики. Идем, короче, до первой боевки. Все-таки. Пока от нас не требуются никакие ножи. Потом, кстати, вентили, про которые нам говорили. Вернут вентили. Сейчас пар где-то должен вылететь. Ну, слушай, я бы сказал, что... Не особо важно, чем мы будем побежать. Наверное.
Ладно. Да, конечно, давай упадем еще разочек. Побольше перекатываемся туда-сюда. Ну, с одной стороны, нам не пройти игру без острого ножа. Ну, без острого ножа еще горе пополам как-то можно пройти это. Но без пушки нам не пройти игру вообще. Потому что нам нужно перцовки стрелять, которые... Да, нам нужны перцовки стрелять, которые нам открывают дорогу дальше. Так, ты можешь сбросить? Есть что? Бутылочка вот там. Повезло. Да? Ну, видимо, да, потому что бутылочка вот там находится. Вот я рыло, кстати, вижу. Все-таки без пушки нам не пройти дальше. Все по плану, нормально. Зачем нам бутылки? Вот в чем вопрос. Все, идем туда, откуда и вернулись. Туда, откуда и пришли. Возвращаемся, в общем. Прыгаем обратно сюда. Что такого суперсложного? Сейчас, кстати, проверим. Да, у нас пропадают зубы, если их не собирать. Типа я этого чувака убил. И он куда-то пропал. Отвори. Нормально пока, живем. Вообще, это могу пролететь. Теоретически. Нет. Даже туда как-то в обход системы я-то не попаду. Но здесь по-любому есть какая-то пасхалка, я помню, что-то здесь есть, вот там вот. Да? Точек я вижу. Замочим. Вот это разобьем. Меня разобьем. Мы разобьем. Что такое? Да, нормально. Бежали дальше смотреть. Бутылочка еще одна. Подобрать бутылку. Что он дает нам? Бежали обратно. Хотя бы камера не сломалась, уже хорошо. Здесь ничего нету. Это что? Единственное, что мы взяли немножко зубиков. Здесь вентиль у нас. Вентиль. И попрыгали сюда. Это что-то жарится. Что жарится? По-моему, они сделаны из шерсти. Здесь что есть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, полегче. Так, я хочу тебя зафокусить. Можно? Теоретически мы можем его попробовать. Да, нормально. Там еще чувак, я вижу, стоит. Эй, привет, тебя. Только я обрадовался, чтобы ехал супер мега интересно, и у нас сломался меч. Замечательно. О, привет.
может быть, имеет смысл с джойстика играть. Я просто попробую подключить и посмотрим, как будет реагировать. Так, подожди. У нас здесь зубчики, цветочек. Значит, здесь есть цветочек. Нет, даже цветочка нет. Ой, здрасте. Как у вас дела? Ни хрен это. Погнали дальше тогда у нас. Здесь все мы взяли. Здесь у нас зубчики. Чего-чего. Мини-гоблин. Чувак с читом. Хрена ты можешь. Здесь у нас и система боя сломалась, кстати говоря. То есть у нас не работает прицеливание. Интересно. Ладненько. Посмотрим, что здесь есть. Здесь ничего нет. Ладно, берем вентиль, открываем. Там что-то есть, я это видел. Подожди. Погоди-ка. Да, это понятно, что сейчас порвать турбину, но это мне не сюда надо. Здесь я что-то видел. А, вот типа Алиса заразе победила, понятно. Ладно. Пытались. Шли к успеху. Правая турбина. Покажи мне путь, пожалуйста. Угу. Супер, замечательно. Угу. Опять хедшот. Да, здесь, в принципе, ничего больше нету. Так, мы забраться не можем, что очень, конечно, странно. Чай. Я вижу золотой зубик, а еще вижу этого чувака. Ниже пушку напустить не можешь, понять, ладно. В принципе, нормально. Все, давай дадим сохранение, что-то смотрим. Это без ножа вообще не весело играть. Есть что? Ничего нету, ладно. А здесь, кстати, насколько я помню, вот он сохранение. И здесь мы остановимся. Да, и увидимся в следующей серии. И продолжим борьбу с этими чуваками. Все, всем спасибо за просмотр. И увидимся. Интересно, они здесь останут? Кажется, нет.